Так, термы Сатурния, ребята. Как в интернете есть. Все правда. Бесплатный вход. Вот такие. Вот, и если хотите, я здесь приостановлюсь, и вы можете пойти сделать фотографии. Посмотрите, вон какой красивый город. Да, идите тогда, выйдите, поделайте фотографии. Значит, магазин, он с той стороны, вот такие обрывы. Поэтому входит десятку интересных городов. Видите, если бы мы не поехали на водопад, мы могли посетить этот город. Это уже это следующий раз. Когда жары такой не будет. Когда следующий раз захочется снова на термы, то уже можно с посещением, уже, заездом в город. Да, теперь в этот старинный городок. У нас таких есть 3-4 города по дороге. Ну да, можно место водопада. Всегда, да, мы всегда место водопада меняем. Кто хочет почаще ехать на термы, то термы само собой, а кроме терм мы меняем 4 разных маршрута дополнительных. Видите, это... По жаре такой-то нереально. Ну да, я же говорю, это как раз когда жара спадет. 40, можно. Девочки. Да, это тишина. Вот представь, сейчас ходить там по городу, это тоже жарко. Да. Водопад, наверное, лучший вариант сейчас в этой жаре. Да, вода прохладнее, чем на улице будет. Это уже там... Вода 30 чем-то, на улице 40. Поэтому будем прятать. А, вот здесь еще сделайте фотографии, я приостановлюсь. Здесь хорошая смотровая площадка. Красота, конечно, как оно находится на этом обрыве. Шикарно. Такие вот термы сейчас идем. Конечно, пахнет таким сероводородом. Не знаю, чем-то пахнет. И вот тут вот надо переплыть, вброд перейти босые. Там камни, конечно, такие острые. А потом обули шлепанцы. Вот. Сейчас пойдем там гидромассаж где-то усядемся, будем плескаться. Лечебная трава, термы Сатурния. Так, короче, вот так мы купаемся. Вот такие ванны термальные, народ сидит. Вода 37 градусов. Шикарная. Вот. Ой, короче, вот такая курица. Накупалась. Руки вот такие раскислые. Ну, классно. Готовится, принимает позу тюленя. Живот втяни! Что это? Провинция Виттербо. Еще, короче, не знаю, такой вот каменный столбик. Ну, такая вот металлическая бронзовая, между прочим, зеленцой бронза. Табличка. Видите, вот это вверху и все в левую сторону. Все было. Прикольные такие ступеньки, подъем такой, конечно.